в настоящее время проводится досудебное расследование по факту убийства. Для расследования и раскрытия данного преступления создана оперативная следственная группа из числа сотрудников следственной службы, также из числа сотрудников оперативной службы и других служб. В настоящее время созданной оперативно-следственной группой проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств по данному преступлению. Полицейскими проводятся необходимые мероприятия по раскрытию данного совершенного преступления. Мы с ней созвонились там буквально за час до этой трагедии. Она по моей просьбе должна была выехать из дома и Женьку ждала. Видимо, вот в этот промежуток времени, там с часу до трех, все это произошло. Женя вернулся с работы и обнаружил все это. Сейчас тяжело об этом говорить, конечно, что не чувствую, словами не описать. Большая утрата, конечно, для нас. Жизнерадостный человек. Человек, который любил жизнь. Никогда никому зла не желал. Ко всем замечательно относилась. К сожалению, как говорят, что это элитный дом, но тут ни одной камеры и проход абсолютно свободный для любого человека. Ну, видимо, люди прошли спокойно и совершили такие вещи. И ну, сейчас тяжело говорить, как все это было, поэтому расследование будет вестись, и уже дальше мы будем знать, как все это произошло, и будем надеяться, что найдут их.